Очень редкий случай, когда на первой позиции. Здравствуйте, меня зовут Алексей Ярцев, и это недалекие путешествия на Сочинскую Олимпиаду. Время и соревнования у нас продолжаются. Сойдстай. Перед Олимпиадой мы не раз слышали упреки в сторону того, что Олимпиада уничтожит местный колорит. Нет, на самом деле все сохранено. Мы сейчас с вами находимся на железнодорожной станции Красная Поляна, абсолютно новой. Но для тех, кто хочет национального колорита местного, сделан отдельный зал, в котором у вас по-прежнему могут украсть багаж и продать вам пирожки с диареей. Играл за столько долгих лет, я не ленился, нет. Я помню столько рук, сто встреч, сто разлук, и радости, и звук, и сердце стук. Судьбы решение, надежд крушение. Дорогие зрители, многие меня часто спрашивали, люди, которые ходят на мои концерты, и люди, которые смотрели ролик в Андорре, спрашивают, почему я такой заросший ублюдок. Конечно же, ответ лежит на поверхности. Это дурное воспитание. Вот. Но я лично для себя оправдываю это тем, что, как и традиционно у многих, я не бреюсь, пока не вылетит моя команда из плей-офф. Вот. Дело в том, что в отличие от обычных мужчин, моя команда – это женская сборная России по санкам. Вот. Сегодня мы вылетели, и, слава богу, не из жалобы, а просто из соревнований, и сегодня я сбриваю бороду. Еще одно уникальное нововведение на Сочинской Олимпиаде – это меры безопасности. Олимпиаду просто огородили огромным забором, как вы видите. Именно вот такой забор предназначен для того, чтобы защитить Олимпиаду и всех гостей Олимпиады от Дока Умарова. И это не шутка, потому что действительно с начала Олимпиады уже трижды раза мы видели, как Дока Умаров подходил вот сюда, с грустным безнадежным видом опускал руки и уходил обратно в зеленку. Безусловно, как жители любого многополиса, жители Сочи устали и устают от разговоров об Олимпиаде. Поэтому они ввели специальный знак, который запрещает после въезда в определенные части города разговаривать об Олимпиаде. Сочинская Олимпиада войдет в историю как самая компактная в истории. А дело в том, что вот вы видите, здесь финиш соревнований по мобу, здесь финиш соревнований по акробатическим прыжкам, здесь финиш хафпайпа. Не влезает в камеру, но совсем рядом финиш шорт-трека. Под трибунами проходит соревнование по фигурному катанию, а вот там вот уже аэродром. Новые сочинские объекты ничуть не исправили традиции этого региона. Мы сейчас находимся на станции Эстосадок, и вы видите, что уже раскуплены полностью, в первую очередь, беляши, пирожки с картошкой и чебуреки. Все остальное пользуется меньшим спросом, потому что все-таки традиционная кухня навсегда в фаворе. И, конечно же, ни один турист не уедет из Сочи без настоящего олимпийского сувенира. Вот, пожалуйста, они перед вами. Огромный выбор. Есть пульт от Оникса, пультик от 16-битной Sega Mega Drive 2. И, конечно же, разветвители, усилители, особенно популярности пользуются у немцев и шведских. Меня по-прежнему зовут Алексей Ярцев. Мы продолжаем наш репортаж из Сочи, из Олимпийского Сочи. Сейчас мы находимся в абсолютно обыкновенном номере, который размещает третьеразрядных спортсменов, саночников, ну, то есть тех видов, которые вообще никто не смотрит. Обычные двухэтажные апартаменты. Как вы понимаете, это демонстрирует щедрость русской души. Но еще больше, обратите внимание, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что на обычный сочинский мини-бар. Это обычный сочинский мини-бар, конечно, если ночью вас мучает жажда, вы можете взять немножко альмеки серебряной себе попить. И по свистку забегает три волонтерши на выбор, с которых вы можете слезать соль.